Это, наверное, 10 часов стрима на меня влияет. Что-то до хрена уже сижу. Ну, такие классные траи сегодня были в начале просто. И разрывали, блин, все там. Просто игру пополам. Просто героев играет этот... Жапорез, я знаю. Прям до поноса что-то у этих героев. А я так ни разу не играл в жизни. У нас Жапорез, кстати, когда-то участвовал в турнире и в том числе и этот. Да, вы можете найти те турниры, где играл и Жапорез, и этот самый Володя Сноубой. Еще там несколько человек из той лиги. Да я переживу, делаю, но не помогает уже, походу. Что за герой? Ну, герой третий вроде. Блин, на том турнире, кстати, по Mortal Kombat мы собрали 200 человек онлайн, и я тогда вообще в шоке был. И там Володя, походу, поверил в это дело. Ну, они-то там тусуются, как бы в Mortal Kombat шарят. Я вообще не в теме. Даже мало знаю, кто такой Джонни. Раз, два, три, хоп. У нас турнир тогда Жапорез выиграл. Там сколько-то денег было. Ну, немного денег было. У нас обычно там тысячи, две, три. Копится, мы разыграем там. Не поверишь, ничего не принимаю. Знаешь, мое успокоительное какое? Недосып хронический. Это мое успокоительное, я считаю. Ну, Некрос, наверное, не такой сильный игрок в Mortal Kombat. Я, наверное, любитель. Воскресенье турнир по МК у Скетча будет, но он туда собирает определенный народ там. 4-5. Да ладно, никакая не жесть. Я привык просто постолько играть, постолько сидеть. Хотя, конечно, это очень вредно. Не делайте так, как я. Никогда. Упорство и труд, супер и труд, да, все правильно. В играх то же самое. С моей работой, да, появится. Джонни сильный игрок, не спорю, но правда его размотал на изи ниндзя, Кило Проф. Ребят, скилл в играх это такое, абстракция, блин, тоже какая-то. Несомненно, что-то есть, как бы ты все равно запоминаешь какие-то механики, вспоминаешь. Скилл, наверное, все-таки это больше приспособляемость к новым играм, к чему-то новому. Быстрые, как это сказать, адаптация, адаптированность. Бой. У меня на турике был, конечно. Еще до того, как себе канал завел. Почему варп в этом уровне я просто возьму сейчас?
Нахера прыгнул? Здесь есть варп, да. Два-два. Держи. Без примов. Без чего? Что за примы? Сигареты? Без приемов? Это в какой Double Dragon, смотря? Жабье лицо, да, получил. Так, вот здесь стратка такая. Эй! What the fuck? Идеал. Блин, я... У меня хорошее зрение, я даже не понимаю, почему, понимаете? Я его пытаюсь убить стримами вот этим бесконечными. Не получается. Шоферскую комиссию проходил, я чуть ли не последнюю строчку считал. Сейчас, конечно, наверное, похуже вижу, но, типа, я без очков. Все разглядываю вдаль, нормально. Да-да, стрёмыч. Я вообще, для меня дико, что люди что-то в глаза капают. Понимаете, мне это немножко не по себе. Мне прикинь, как это вообще слизистую вот так вот что-то закинуть там. Или пользуются вот этими... У меня брат пользуется, как это называется, линзами, да, вот этим. Я не понимаю. Спать надо, да. Я пройду реквесты сейчас и возьму небольшой отпуск. Хотя бы дней 3-4-5. Небольшой. Меня просто... Я знаю, стрёмыш, у тебя проблема. Это называется гингивит или как-то... Конъюнктивит или как-то так, да, называется? Когда сухие глаза. Тимоха, все, на низком старте просто. Че там, звони, че, куда? Движуха, движуха на этом. А, это гнойное, но я не знал. Я думал, что это чисто сухой глаз. Конъюнктивит почему-то. Будем аккуратненько идти. Что-то мне не везет в последнее время прям нигде вообще. Я нифига траев не делаю в трубе, блин. А это самый главный трай. От которых все зависит в этой игре. Даже королева, наверное, это не такая рандомная, как этот долбанный уровень. Хотя да, о чем-то, и инфинит можно сделать. Конечно, он не рандомный. Если аккуратно бить, можно прибить ее спокойно. Я помню, что был конъюнктивит у кого-то просто из знакомых. В детстве доходил до змеек, потом картиш отдал просто. Не мой был. Но вообще неделю назад только первый раз пошел американку, чтобы вы понимали.
вот я уже NoDS тащу практически. Я сам в шоке. Все, ребят, спасибо за совет. Отпросился уже в автобусе нах этих. Конечно, Саня, ты чё, блин? Там вообще даже думать не надо было. Просто берешь и делаешь. Нахер надо, блядь. Если до того дошло, что ты таблетки принимаешь, а бейсбол, это уже жестко, на самом деле. Так, я не читаю чат, ребят, пару сек. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Что-то спам последний раз звонит. Ну, последнее время мне, блин, названивает. Достало это уже. Каждый день три новых номера телефона мне звонят. Чуть с разных номеров. Фанаты, блин, увидели деньги на карте, наверное, там пришли. О, у него деньги есть, лови его, да? Банкиры эти, знаешь? Сразу спам тебе. Сбербанк вообще чуть ли не в открытую данные раздает пользователей. Как только движение какое-то на счете у тебя там появляется что-то, все, какие-то, блин, звонки начинаются там. Вообще не прикрыто, понимаете? Не прикрыто там вся эта хрень. Да падла они. Так, все, ребят, я не могу читать. Очень ответственный момент. Очень ответственный момент. Простите, пожалуйста.
трех разных номеров звонят. Мой телефон нигде не фигурирует толком. Какие-то дозвоны. О, уже третий номер звонит. С этого не дозвонились, другой звонит. Возможно, реклама написана. Капец просто, этот спам. Бесячий. Так, ребят, вот здесь что мы делаем? Мы вот так вот встаем. Разработчики Bethesda. А что они хотят узнать? Как пройти игру? Спрашивают у меня. Как? Что вы делаете, да? Так, все, ребят, тихо. Очень ответственный момент здесь. Итак, раз. Раз, два, три. Фу. Блин. Может показаться смешным, но это очень важный тайминг здесь. Очень. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Сколько у вас хлеб стоит? Да у них в магазине что хочешь можно купить. Там хлебы разные. Это у нас там, может, там сколько-то видов, несколько. У них там что хочешь можешь купить. Не понял, Алекс. Чем? Прикол. Так, ладно. Ну что, держите кулачки за меня. Спасибо всем, кто пришел, как говорится, поддержать. Не забывайте, ребят, поддержать канал тоже лайками. Какую-то движуху хоть наводить будем. Кирпичик, здорово. Че там, Димон? Кстати, что там насчет поста? Пост-то есть? Ладно, потом. Ебой, тихо. Тихо, ребят. Вот.
Так, один круг пропускаем. Маш, привет, привет. Ой, ребят, сейчас очень ответственный момент. Предельная осторожность. Фу, тихо, 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 тихо. Вот Машу любите, целуете, цветы дарите там. А на стримы к ней заходите, а? Бездельники. Кто не подписался еще на Машу? Кто не подписался? Сейчас мы будем вылавливать по единичке. Ой! Этот точно заходит. Этот я знаю. Этот вообще везде. Я не знаю, где его нет. Хантер, привет. Спасибо. Так, ребят, отключаю чат. Ну, я не буду видеть. Сейчас две крутилки будет, точно, я забыл. Да какого хера? Тихо, ты тут пошел вон отсюда. Держал. Ой, блин. Вот не думал, что белые будут когда-то такими агрессивными ко мне. Что-то я как-то провафлил этот момент. Было их потринить еще что-то. Да нет, все затринено и так до поноса. Я не знаю, куда еще тринить. Уже миллион раз проходил. Миллион раз затринено. Так, ОБС-ку тоже свернуть надо. Бля! Падла! Пошел отсюда. Пошел отсюда. Фу. Вот это, ребята, было, конечно. Не очень. Очень не очень. Это вообще что? Как это? Держал, держал. Так.
Чего? Чего? Так. Нахер отсюда. Фу, блин. Ой, опасно было сейчас. Та-да-та-там. Та-да-дам. Пара-парам. Пара-барам. Тихо, тихо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Да ну нахер! Да ну нахер просто! Я вам говорил, что это сделаю, блин. Сосать игра просто. Сосать игра просто. Все, мы бухаем, ребята, мы бухаем. Ой, спасибо за поддержку, ребята, блин, как я рад, блин, вообще, всех обнял, вообще красавчики.
Вы лучшие. Спасибо за реквест, Лаки. Роль в год, спасибо за поддержку. Всем спасибо за поддержку. Все умницы. О, да ну нафиг. Да ну нафиг просто. Все, мы пьем. Я сейчас иду за виски, и мы просто пьем. Сидим. Это жесть. Ах, ребят, сейчас приду. Жесть. Это жесть.